Целью горячей линии предельно проста – выявить случаи отмывания денег, начиная с фирм-однодневок, на счет которых поступают средства буквально на несколько часов, и заканчивая террористическими операциями, а именно покупкой оружия. Конечно, простой гражданин может указать сведения, например, о тех же легализации доходов, зная, что где-то торгуют наркотическими средствами. Это тоже считается незаконной легализацией доходов. Кроме того, создание тех же фирм однодневок, да, на которые каким-то образом связан был или попал гражданин. Также бывали случаи, когда риэлторы получали средства за продажу недвижимости и не оформляли сделки документально. Только за этот год к ответственности были привлечены 4 лица. Прямая линия пройдет завтра утром, 29 сентября. Звонки принимаются с 9 утра и до 11 часов дня.